Ну что ж, ребят, давайте продолжим наш нелегкий, долгий путь. Ух! Как звучит, да? Шумит и звучит. Так, а что у нас насчет лучших патронов пистолетных? Дальше впереди нас ждет еще много интересного. Так, где я нахожусь? Я сейчас вот сюда хочу попасть, как раз под мостом. Здесь могут оказаться именно те самые мутанты, которые обычно в обычных условиях были у нас, если вы помните, полтергейстами. Здесь они ползают по полу и непонятно почему. Они вот как раз возле моста, возле этого болота, я не знаю, сейчас они появятся, нет? Ну, я так недавно вроде бы был там, так что, по идее, это вообще-то они, наверное, не должны уже заспавниться. Хотя, кто его знает? И я хочу сходить вот в это болото, вот именно вот сюда, в это здание. Не знаю, куда, что там такое. Все равно интересно. Всегда и везде. Это интересно. Да, тем более места такие мне незнакомы абсолютно. Абсолютно незнакомые места. И вот именно вот эта локация меня вновь заставляет вспомнить онлайновый сталкер, который я немножко все-таки поигрываю. Маленько-маленько. Так, решил подкопить деньжат. Ладно, на мосту главное сейчас посмотрим. Если эти твари, я думаю, с моста будет поудобнее наблюдать за ними. Блин, как назло, а. Там станция. По-моему, все мертвы. Да? Это что за фигня? Это прицел такой или... Это от воды отражается, так непонятно. Ладно, пошли вон туда сходим. Тут собаки, что ли? Хотелось проверить. Так, тут, короче, какой-то проход есть, да? Как раз по нему и пойдем. А болото дышит, между прочим. Не забываем про это, а? Ух, как красиво, а? Реально, вообще реально. Пойдем, дойдем. Я надеюсь, никакая морская тварь на меня не нападет тут. Которая плавает лучше всего на свете. А тут все, тут, короче, предел, тут ничего нету. Я-то надеялся, что тут что-нибудь можно найти. О, аптечка, да! Ради аптечки сюда пришел, класс. Больше ничего нет. Ну, аптечку специально положили. Блин, вертолет. Для меня, да? Так, ладно, идем дальше. Дальше до моста доходим сейчас. Черт. Раскочили. Короче, мы дошли до моста. Я сейчас попробую починить транспорт, посмотреть, нужно ли добавлять бензин сюда. Вот тут еще какой-то интересный заход. Ладно, пойдем сейчас пройдем. Посмотрим. Я под мостом хотел бы тоже пройти и посмотреть, что там такое. Мне же хочется посмотреть все. Даже если будет очень-очень кошмарно. Да че, он обратно летит, что ли? В болоте, по идее, он не должен меня заметить, да? Ладно, потихоньку. Сохранимся на всякий пожарный. Вдруг заметит. Под мостом. Вот мне просто интересно было посмотреть. Черт, где он там? Под мостом кто-нибудь ходит, а? Да, они не успели заспавниться, все эти чудовища, которых тут... Блин, вообще не видно нифига. Что за фонарик такой? Охренеть. Толку от него вообще никакого нету. Нет, локация такая, какая она есть. Единственное, можно в сухом месте посидеть, да? Но я бы не стал здесь ночевать, потому что эти полтергейсты, они напрягают. Ага, смотри, я нашел. Действительно, я нашел. Я же говорил вам, что тут по-любому что-то может быть. И тут, похоже, вход какой-то дополнительный. А он, кстати, такой же вход через мост. Я не исключаю, что здесь можно пробраться тоже до бандитов добраться. Мне просто хочется
посмотреть и попробовать. А может и нет. Лишь бы радиации тут не было. Водичка такая реальная, да? Вообще офигительно. А хрен там. Закрыто все. Нифига. Ничего тут нет. Никаких проходов. Просто водичка. Ну, в принципе, тут шкериться нормально, да? Такое место. Прятаться. Но с другой стороны, здесь эти вот полтергейсты ходят. Это опасно. Странно, тут как-то нету никакого тайничка тоже. Хм. Исследователи. Нормально так. О, дождик пошел. Так, тут, я надеюсь, нигде нету аномальных зон. Что-то я слышу. Ого. Что-то я слышу стопудово, потому что на уши начинает действовать, да? Вот он здесь. Ладно, пошли, короче, по болоту. Там безопасней. Хотя, честно сказать... Батарейка фонарей разряжена. Да, опять. Честно говоря, по болоту ходить не самое благодарное дело, да? Тем более промочить свои ноги. Ладно. Фонарик подствольного нету. Вот это вот плохо. Так, тихо. Военный. Он один? Надеюсь, он был один. Я знаю, потому что как они действуют. Он вроде бы идет сам по себе, ничего, да, ничего не трогает никого. А потом давай стрелять. И это, поэтому я это уже знаю. Так что я... Просто я не буду с ними так связываться. Давай посмотрим, что тут можно найти еще. Так, ну вроде бы как бы он одиночкой был, да? Посмотрим, кто он. Акашник. Акашник, акашник, акашник. Качество, ну, так себе. В принципе, могу с собой таскать. Ладно. Возьмем. С собой. Ты был военным, да? Рядовой Борисов. Точно. Это выбрасываем. Это разряжаем. Ладно, пойдем потихонечку. Так. Насчет каких-то дополнительных зон. Тут, в принципе, узкий проход до моста. Так что, в общем-то, тут больше ловить нечего. Единственное, может быть, еще... Почему-то они здесь, да, спавнятся? Или просто я первый раз не заметил его? Проскочил как-то его? А, да, я помню, он сзади стрелял. Он сзади меня бежал и стрелял по мне. А я его так и... Короче, не стал я его трогать. Похоже, это... Это, похоже, оружие там лежит, да? И это... Оружие, блин. Вертолет еще тут. Хреновый! Спокойно. Не обращаем внимания. Как он на меня. Да, автоматики тут лежат. Я посмотрю сейчас, можно будет собрать их все, нет? Я их как раз положу в мотоцикл. Мотоцикл. Машину. Мотоцикл. Который у меня там стоит, УАЗик. В принципе, она мне не помешает. Так, УАЗик, да, стоит? Стоит на месте. С открытыми дверями. То ли я не закрыл, то ли кто-то полазил, успел. Кстати, а там нету багажника, наверное, в этом УАЗике. Опа. А вон там, смотри, шахта какая-то, нет? Нет, это дерево, наверное, да, все-таки. Это все-таки, скорее всего, дерево. Да, куст. Куст. По мосту я не пойду. Эту дорогу я знаю. Тут радиации много. Я пойду лучше... обойду эту дорогу хорошим путем. На, вон туда вон сейчас сходить. Я туда хотел сходить. Я обязательно сейчас туда схожу. Сейчас посмотрю только вот, что насчет... моего... автомобиля. Блин, колесо какое-то валяется. Я вот не знаю, что это за колесо. Это же не мое колесо, да? Поэтому... Нет, багажник... Багажник... Багажник открыт, отлично. Короче, сейчас слаживаем все оружие сюда. В багажник войдет очень много. В принципе... Да, в общем-то, лужить-то пока нечего, да?
все, что я взял, мне оно, в принципе, нужно. И если я что-то наберу, я обязательно здесь это все и возьму, наверное, да? В этой локации я имею в виду. Допустим, пойдем до бандитов. Ну, я могу дойти до бандитов, но у меня сейчас цель другая. Мне хочется поиграть чуть-чуть иначе. То есть, немножко пройтись, погулять, посмотреть на особенности этой игры. То есть, это локация самой по себе. Исследование. Есть прикольное дело. Да, вот так, под такую херню попадешь, и все, кобздец тебе. Давайте сохранимся на всякий пожарный все-таки. А то мало ли что сейчас может случиться. Живой кисель. Ага. Вот тут вот сложно войти будет, наверное. Арт. Артов тут нету. К сожалению. Ну а там радиация, скорее всего. Предположительно мне. Да, бабахает. Хорошо, давай вот здесь пройдем. Живых никого нету. Может быть, там зомбаки быть. Как вариант. Я думаю, что может быть, да? Зомбаки там и имеются. Так что... Все-таки... Не, там, похоже, закрыто все. Но все равно пойдем. Все равно пойдем посмотрим, да? Может быть, там какой-нибудь ништяк опять будет. Никаких тут ништяков нету. Даже зомбаков нету. Все закрыто. О, звук пропал. Тишина полная. Я думаю, что если тут будет этот выброс, то можно вот тут спрятаться довольно легко. Я просто видел воочию этот выброс вот на в темной долине. Это было вообще офигительно, как это смотрелось. Это вообще, как такое пережить, вообще невозможно. Офигительно. Красиво это все. И ужасно. Красиво и ужасно. Так, ладно. Короче, мы не идем сейчас сквозь туннель. Да где же ты летишь? Летишь. Может, не латыш, может, просто летишь. Мы пройдем здесь спокойно по низу. Так, а внизу... какие офигительные штуки бывают тут. Кстати, до вечера, похоже, я не справлюсь. Не дойду до бандитов. Придется, наверное, где-то еще спать ночью. Надо будет подобрать хорошее место. Ну, в принципе, вот это хорошее было место. Но мы, я думаю, до вечера еще уйдем далеко отсюда. Да что ж ты, блин, летаешь тут, козел, а? Что ж ты, ты меня смущаешь, падла? Черт, он меня мог заметить. Он меня видит, но он не стреляет по мне, по-моему. По-моему, я спокоен. Могу быть сейчас. Ладно, пошли. Там впереди кровосос. И моя цель сейчас убить этого кровососа. Он возле остановочного комплекса, вот тут, по-моему, где-то. И там еще эти есть крысы, говорю. Эти кабаны, по-моему, были. Так что у нас сейчас интересность вся только начинается. Весь бой. Пока я только шел и боялся, что кто-то встретится. Но пока никого не видел, в общем-то. Единственного военного. Положил. Так. Здесь у нас выходим на из лощины и идем, думается, через... Можно пройти сначала через болото. Я думаю, что я пойду через болото. Мне просто хочется побывать в этом болоте и посмотреть, что там есть в нем. И дойду вот до сюда, допустим. Ну, я не знаю. Времени до ночи много еще. Так что лучше все-таки поторопиться, потому что ночью на болоте это было бы не очень весело. Не очень умно, так сказать. Тут дорога есть. Кстати, по этой дороге можно будет идти. Как ориентир она будет мне, да? Куда она идет? Она идет прямо до поселения. А там много... я видел, там кабаны есть. Кто его знает, кто там еще может быть? Кроме кабанов, да? Страшное дело. О, кровосос бегает. Вон, я вижу. Он один там? Да, одного я вижу. Ладно, если он один, может быть, он не один. Я к нему пока не пойду. Давай сходим по этой стороне. Хотя можно к нему сразу. Тихо, кровосос. Мама родная, он пришел ко мне. Где твой друг?
Ничего в него не падает. Это он меня оттуда увидел или это другой там был? Короче, наверное, все-таки стоит их положить здесь. Избавиться от них сразу, чтобы они нас больше не мучили. Да, вот на пригорке. Я на пригорке не бывал. Аномалии. Нифига, он с такой длины, что ли, меня увидел? Охренеть, он зрячий. И один ли он тут, не знаю, я еще не уверен. Там на остановке тогда, помните, был? Может быть... Так, еще один. Вон он. Куда пошел? Эй! Иди сюда. Ну ты не умный. Так бежать на меня. Ночью, понимаю. Но не днем же. Днем-то я безопасен. Обезопашен. Так, ладно. Вон там он сидел. Не знаю. Может быть, у них тут логово где-то есть. Поблизости. Пошли добьем его. Наше дело. Сторона. Как-то бесстрашно, да? Ну, чего бояться здесь средь бела дня, когда вроде бы существо тут сильно... Так, тихо, тихо, это уже не он. Нет, он. Я думал, он так не кричит. Оказалось, что именно так он и кричит. Вертолет. Эх, щупальцами своими. Кровососик. Блин, вот при звуке... Главное, по нему палить не будем, и... Ёлки-палки, он прямо здесь разворачивается, я не знаю. Нет. Будем считать, что он на меня не обращает внимания, но тут очень шумно. Поэтому все-таки я несколько со страхом буду проходить. Но тут еще, это еще не болото, болото еще дальше, оно будет за деревней. Нет, нету там его. Да, тут долго ходить. Вон там еще нужно будет сходить. Прогуляться там. Черт, я еще пока здесь хожу. Шумный парень. Так, слышу. Очень громко. Эти все аномалии. Будем поаккуратней. Ух ты, ветер! Ни хрена себе! Послышалось? Похоже, да. О, тут уже пошли аномалии. Ладно, сюда не пойдем. Левее. Фу, жутко, прикольно. Так, это я хожу все еще по вот этому пригорку. Здесь, в принципе, врагов нету. Сколько я понял. Вон на баржу надо будет подняться. Я обязательно туда схожу. Можете не сомневаться, что я тут все проверю. Не зря же это все делано было. Чтоб мы это все смотрели и наблюдали. О, смотрите, там прям огонь горит какой-то. Ну-ка. Ух ты. Нифига себе. Там вроде и домовой еще есть. Опять же. Блин, да ты чё так меня пугаешь, а? Охренеть. Дождик, блин. Аномалии. Только аномалии. Ни одной живой души. О, машина стоит. КамАЗ. Ну-ка. Ха, может быть, я могу покататься, а? Так, ну тут вроде спокойно, да? Вроде никого нету. Блин, я бы забрался туда, не могу.
Да, да и прокатиться, похоже, я на нем не могу. Жаль. Разбитая машина. Жаль. Очень жаль. Ух! Как все-таки весело тут. В одиночку. Под дождем, под громом. Вечером. Когда кровососы вокруг. Вообще весело. Самое веселое задание. Шумит как... Блин, еще вертолет тут как муха летает. Надоедливая. Так, ладно, куда я дошел? Я дошел до самого болота. Дошел до болота. Пошли в дом. Так, собаки. Пока не знаю, кто тут. Псевдособаки было бы тоже не очень приятно. О! Прикинь, с дерева опадает листва. Прикольно. Ну-ка, дай посмотрю. Может, это тоже какая-то аномалия? Вообще офигительно падает. Главное, с одного дерева только, да? Прикольно. Ну-ка, дай-ка я вот это вот кину. Что это за дерево такое? Так, ну что, пошли по домам. Это что было? Зомбированные тут есть? Погреб. О, да. Кто это был? Это что за труп? Твою мать, сгоревший. Не пугай меня так. Сейчас в погреб залезу и потом оттуда не вылезу. Это будет прикольно. Пианино. Зомбированные. Где-то они есть. Ладно, потом туда, сюда слазим. Сейчас посмотрим, где они. Сколько вас, ребят? Давайте, калите, сколько вас. Так уже не так страшно, когда видишь, что шевелящиеся существа есть. Хороши. Вон он. Сзади никого лишь бы не было. Я слышу собаки. Блин, вот это вот вообще не в тему, вот этот дождь. Он вообще напрягает. Я ничего не успеваю слышать, что тут происходит. Трофей? Вас тут было двое? Трофей? Вот этот домик мне больше всего как-то интересует. Так, кто-то еще ходит тут. Чую. Кто-то меня смущает.
Вот тут светло, тут, наверное, домовой живет. Блин, еще один труп. Ух ты, тут закрыто. Черт, тут кто-то живет, точно. А где тут тогда вход? А вот он вход. О, все забаррикадировано. Интересно, как это все пробить? Нифига. По-любому здесь домовой живет. Ну, Кузя, привет. Блин, тут точно кто-то живет. Кто-то живет, потому что тут схрон охренительный. Канистра. О, отлично. Короче, можно вернуться до машины и заправить ее. Вещмешок, ёб твою мать. Вот это мне повезло. Смотри, каких я артефактов насобирал. Тут кто-то ходит. Ну-ка, дай-ка гляну. Голубые бусы, охренеть. Вот это охренительный. Ожог, минус 7, химас. Блин, вот это. Радиация минус 5, кровотечение. Вот не знаю, блин, вот эту фигню повесить, да? Два, вот так вот. И это будет вообще круто. Наверное. Пошли. Пошли отсюда, тут по-любому кто-то живет. Кстати, надо еще пройти по другим домам. Я же не все обыскал. А где хозяин этого добра всего? Ёптить, а это что такое? Это клетки для животных, да? Видимо, да. Так, в первом доме я в подвал не сходил. Кстати, забыл. Да. Уснешь здесь и не проснешься нахрен потом. Да? Такую прогулочку себе сделаешь. Его нету? Ёптить. Да какого хрена, эй? Тут кто-то... Кальян. Тут, короче, кто-то хорошо обитал. Бандиты, не бандиты, хрен его знает. Тут, короче, кто-то тут жил. Это точно. Фу, прикольно было. Да. Пошли дальше. Деревня еще вся впереди. Так, там БТР-ка стоит. Еще несколько домов. Тихо. Кабан. Химера, похоже, это не кабан, похоже, это химера нахрен. Вот это вот жуть. Нарваться на такую падлу. Ладно, пошли потихонечку. Пройдем. Пока еще не стемнело совсем. Прогуляемся здесь, может быть, в Химера. Точно химера. Интересно, как она будет обходить меня. Трактор нельзя прокатить. Ты смотри, я могу прокатиться в тракторе. Хо-хо-хо. Круто, а? Черт, там химера. Заправить транспорт. Открыть багажник. Тут ничего нету. Ну, блин, на тракторе бы тоже было прикольно прокататься. Но, блин, один только. К сожалению, только один. У меня баллон бензина. Так что я даже не знаю,
стоит ли в трактор заправлять или все-таки использовать УАЗик. Так, куда она ушла? Она обходит сзади, нет? Ты смотри, какая продуманная. Так, ладно, подожди. Все-таки нафиг лишняя батарейка, она лишняя не будет. Меньше страха, больше счастья. О, патрошки. Красота. Блин, эти домики меня напрягают. Вроде никого живого нету. Так, тут тоже кто-то жил. Вау, мама родная. Фу. Кто там наверху? Запасы тушенки. Или что это? Сардины. Рыбки. Сардины. Ладно, пошли дальше. Наш путь еще не завершен сегодня. Дождик, дождик, дождик. Так, секунду. Давайте сейчас пройдем дома и потом поищем эту химеру, которая здесь. Химера, она никуда не девалась. Ее никто не убил. Я это точно знаю. О, кровать прямо на улице. Твою мать, он прямо тут. Летает. Так, вон еще дом один большой. Давай сюда зайдем. О! Ага, химера, похоже, попала на аномалию. Это хорошо. Будет ранена. Легче убить. Так, ладно, выходим из этого дома. Еще два дома тут. Да блин, блин. Короче, деревня-то большая тут оказалась, а. Это что, не собака? Деревенька, деревенька, деревенька. Мама родная. Охренеть, они все тут полегли. На аномалии. И собака, и... Черт, мне тогда не пройти, наверное, да? Давайте попробуем все-таки. Я не вижу. По-моему... Можно заскочить, да? Ладно, зашел. Тихо. Собака? Пошли наверх. Нахрен. Рисковать своей жизнью. Где-то здесь она. Собака, ёптись. И не одна. Там их две. Две шавочки. Две шавочки, две шавочки, две шавочки. Ну вот и болото уже тут рядом. Ладно. Эта деревенька все-таки интересная. О, а вот еще одна канистра. Класс. Короче, сейчас можно одной канистрой заправить трактор. Давай выбросим одну. Заправим транспорт, трактор одну, а вторую возьмем для того, чтобы заправить потом в этот, соответственно. Так, здесь в этом доме, да? Канистра, сейчас возьмем одну. Так, тут собаки, опасно. Ну, тут защищено это все, похоже. Если тут нету другого прохода. Аномалии. Да, тут больше никак не пройдешь. О, собачки, не смущайте меня.
Собачки. Весело живем. Так, спокойно выйдем. Вон там он бегает. Ладно, они меня не видят. Пройдем сюда. Пошли, короче, до трактора. А там он еще один трактор. Пойдем до него, может, дойдем. Может, этот тоже ездовой. Нет, а этот, кстати, не ездовой тут. Опа, а это что за херня? Военный? Текстурный военный. Да, кто-то его тут порешил, это однозначно. А, пойдем вон в тот дом еще сходим. Вон тот сарай. Ну, первым делом надо все-таки, наверное, заправить трактор. Что потом не забыть. Что у нас имеется. Кстати, там колодец он. Да, круто. Фига себе. Это те мутанты, которых мы порешили с вами. Так, трактор. Заправим его. И пойдем вторую канистру заберем. Так, где он? Да что ж ты тут разлетался, а? Кстати, а трактор-то где? Чё-то я его потерял, вон он. Если чё, поедем на нём. Вполне реальная тачка. Фу, деревенька. Хорошая штука, деревенька. А? Так, заправить транспорт. Небольшая канистра. Открыть багажник. Так, ложить пока нечего, да? Ну, запас есть. Ладно, отлично. Так, а это что? Патроны. Специальные. Калибр 7,62. Так, тихо, я слышу какую-то хрень. Ладно, пошли вернемся домой. Возьмем там еще одну канистру. Ее можно будет заправить, заправку к этому положить. Сколько она? 6 килограмм? 5? Может даже до 10 килограмм, да, она? Так, она у нас находится вот в этом доме, да, наверху? И вон в тот сарайчик нужно будет сходить обязательно. Так. Аккуратно заходим. Аккуратно. Тихо, все хорошо. Фу. Прикольно, скажу я вам. Не знаю, как вам, а мне прикольно. Ощущение жутко. Так. Да, она больше 10 килограмм весит. Ну, примерно 10 килограмм. 10 литров, да? А собачки? Собачки, вполне возможно, эти собачки уже не живые. Не знаю, как они так долго тут обитали, что... Удивительно. Так, подожди. Там дом. Тихо, нет, собака есть. Слышу, где-то пробежала. И бегает все еще. Эхо такое непонятное, да? Вон она. Добить бы тебя, тварь. Это база. На тебя гранату тратить неохота. Вон она. Блин, клинануло. Черт, автоматик, похоже, качество уже... да ничего, еще пока можно. Ладно, пошли дальше. Надо в сарайку сходить еще и в тот дом. Напоследок, чтобы закончить это веселье сегодняшнее. Деревня наша сегодня ждет. Спокойно. Вон она.
Так, ты одна, нет? Может быть, не одна. Даже не может быть, а наверняка. Ладно, время еще 7 часов вечера. Так, сарайка закрыта. Сарайка открыта. Вот я хотел в эту сарайку зайти, посмотреть. Что я сделал? Потерял. Блин, батарейка села. Как специально. Так, коробочки. Ну, эти коробочки, по-моему, текстурные, они, по-моему, не ломаются. Это хреново. Увы и ах. Ничего мы там не соберем, к сожалению. Ладно, пошли дальше. Фу, последний домик остался. Все, как раз конец нашей местности. О, могильная плита. Да, вот все, это будет конец деревни. Кстати, мне хочется найти эту химеру, которая там была. Все-таки это химера, мне кажется, была. Я прям по могилам хожу как-то не очень хорошо. С моей стороны. Я просто не знаю, чего ожидать тут. Последний домик. И туалет. Так, тут тоже есть крыша. Чердак. Подвала тут, наверное, опять же нету. Печка. Печка пустая. О, патроны. Мои патроны. Да, смотрите, какие шкеры и нычки есть. Прикольно. Здесь уже ничего нету. Так, ну что, давай смотрим, где у нас тут химера. Гребаная. Та самая. Я ее здесь не вижу. Так, ладно, пойдем с другой стороны посмотрим. О, есть. Какой-то шкафчик лежит. Ящик. О, смотри-ка. Как удачно, а. Что-то я нашел еще дополнительно. Такое интересное прям, нет? Только патроны вот эти вот. Непонятно, к чему они идут. 7.62 это к тому пулеметику. Дробовичку, который у меня был. По-моему, это к нему. Так, а здесь я не вижу эту химеру, которую я там наблюдал. Все-таки ладно. Давайте здесь закончим. И здесь еще, наверное, переночуем в деревне. Наверху как раз, на втором этаже. А с утра отправимся уже дальше, во свояси, так сказать. Продолжим наш путь. А, вон она, вон она. Тихо, подожди. Стой. Черт, почему у меня нету... Это химера? Да, химера. Черт, ускакала. Давайте, может, убьем ее. Если получится. Блин, далеко бегает. Далеко убегает. На самом деле, у него, наверное, территория охраны довольно большая. Это не то, что было в оригинальной игре, когда он бегал не очень далеко. Здесь он бегает гораздо дальше, я смотрю. Химеру бы забить было бы гораздо круче. Так, давайте, может, по крыше погуляем, посмотрим. Так более удачно будет смотреть. И более видно будет, где она находится. Так, давайте, может быть, используем для этого бинокль. Ага, классные места. Так, тихо, где она? Слышал только что я. Я-то ее не боюсь, потому что ей до сюда не допрыгнуть в любом случае, я это знаю точно. Где ты, химерочка? Давай с тобой расправимся до конца уже, чтобы не мучиться уже тут. Ну чё? Боишься, что ли? Черт, где она там лает? Лает. Ручит. Ладно, давай посмотрим. Может, так будет виднее. Ее топот будет слышно, я думаю. Но я не вижу ее, где она. Может, она вокруг деревни, может, обежала? Нет? Не вижу. Черт, вот тебе и охота будет на химеру, да? Вы помните, как охотится на химеру? Нам в Зове Припяти показывал один парень, как на нее охотится.
Но она прыгает довольно высоко там. Здесь не знаю, будет она прыгать, нет. Там она прыгала. Так, вон она там, похоже. Или там собака. Так, тихо, это кто там был? Подожди, вон там кто-то лежит. Я не совсем понимаю. Блин, упал. Не видно, кто там, блин, черт. Давай посмотрим. Химера там упала, нет? Просто кого-то подбили. Я вижу, кого-то подбили. Вон там. Да что ж такое-то? Чертовски все нехорошо. Где же там? Кто же там лежит? Собака или все-таки химера-то завалилась? Сама нарвалась на неприятности. Ладно, долго не будем. Сейчас посмотрим только. Если нет, то на нет и сюда нет. Потому что... Ну сколько можно уже, да? Мучить и вас, и себя здесь. Так, главное пройти прямо. Не падая. А, падает. Так, все, поднялся. Отлично. Так, вон там вот кто-то лежит. Я не уверен. Я не знаю, кто это. То ли собака, то ли химера. Скорее всего, это химера и есть, да? Такой прям зверь большой. Наверное, это она и попалась. Да, скорее всего, так и есть. Так что не пришлось нам ее убивать. До новых встреч, ребят. До новых серий. Я, наверное, здесь переночую. Здесь довольно безопасно, мне кажется, на чердаке. Хотя и деревня такая. Не очень счастливая. Скажу я вам. Идем дальше. Пойдем через болото. Тут полно всяких зданий. Можно будет через них... все эти здания проверить и добраться опять же до... О, тайничок. Какая-то машина опять. Ладно, все. Спускаемся вниз. Здесь на чердаке сегодня переночуем. А завтра с вами встретимся уже в новых... в таких же условиях, но в новом... Нет, химера живая осталась. Тогда будем убивать ее потом. Не сегодня.